Константа. Угу. Ладно, Серега, слушай, можешь сходить до пятерочка здесь? Она вон там. Хотя я думаю, ты последишь за всеми нашими вещами? Давай сходишь. Заодно согреешь. Из всех замкомандов премьер-лиги, блин, ЦДМ больше всех такая. Просто это Кашакашвили Георгий, блин, мне так нравится, как он играет. Меня больше, конечно, удивляет, что Лига Западе забыл голкипера Мурата Андрей Стикачев, он бы мог играть даже на Западе вообще в любой команде, в Аркутии с одним вратарем. Как-то играет в команде, которая бьется за выживание в Юго-Западе. Через Пашу. Просто не надо. Есть Максим еще. Прям замена. Один. Ай-яй-яй, Серега! Второй в сторону сели! Ребят, вы перестраивайтесь там! Увели игрока, вы перестраивайтесь! Подсказали, передали голосом! Что вы за ним бежим с фланга туда? Юр, в середину! Макс, Саня, сидите поближе друг к другу, встали! Уводи двоих! Уводи, разберутся! Макс! Возьми мать на него!
Давай! Давай!
Это что за команда там выходит? Давай! Ничего страшного.
Здорово, тоже можно! Можно, можно! Дальше я! А в итоге что с чего купать? Побыстрее, побыстрее с мячом! Здорово, Марчик, цепляй! Зачем ты сваливаешься? Таша, замен сделал, Таша! Крыл! Паш! Паша! Там и так узко, узко, крыл! Шире, шире, шире! Шире. Крыл! Да там останься! Там, Тимыш, там! Я не знал, что вы Тимыш, там! Тимыш, там! Приезжай на юго-запад все. Ну что там титаны спалил на стадион? Саш, пивай! Пивай! Все домой приехали в 12 ночи, после игры, уставшие, забитые. То есть по-хорошему после игры нужно расслабиться, там просто греть, наоборот, охладить, в зависимости от того, как все мышцы работают. Зависит даже от склонности, если что-то по-разному, кто-то принимает горячую ванну, кто-то принимает вазу в ванну с льдом, зависит от того, какой у тебя организм. Все равно что-то из этого обязательно нужно. А когда ты это сделаешь? Что ты сделаешь, когда ты начинаешь спать такой часа в 2 ночи? В 2 ночи, чтобы нормально приехать на игру, тебе нужно встать нужно 8 утра. По-хорошему. Если ты встаешь 8 утра, чтобы позавтракать, только спишь 6 часов, то есть меньше, чем нужно. Ты совершенно не восстанавливаешься. Быстрее, Маша! Быстрее! Это дело, что это было вообще не стоит. Даже может быть 2 игры подряд не так жестко, как не играл. Потому что две игры подряд, так как будто хотя бы покажи адреналина получить. Все тяжко. Я, честно говоря, пока я спал, я стою, это было жалко, даже как-то... Браво! Да я вообще на Западе не знаю. Только за Олимпику тоже Серега там играет. За первых чемпионов Западного. Хорош. Что там сезон? 92-93 или вообще когда? Навеш, смотрим! Это сверх бородатый. Здорово, Серег, здорово! Держи мяч! Навеш, смотрим! Хорошо тут! Хорошо! Ну, карточка точно.
Тоже можно. Когда нам со второго поля, вот там уже эти балки видел, мне же с балки, я не знаю, как он везет, но иногда пролетает мяч. Пролетел мяч, попал четко в камеру, она просто под камеру отскочила в провода и выдернулся провода. То есть пока мы подключили, перезагрузили провода, заново и все. Пропала минута до... Дима! Дима! Дима!
Кинзак, Тиша, быстрее! Здорово, все, стоим! Найди, найди! Пашка, ну! Лево пошел! Стоп! Хотя, все, давай! Скажите, что один! Давай, дома не прыгай! Иди! Сразу все идите! Здорово! 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 Вообще странные ребята, надо их изнасиловать прям очень жестко. Все, блин, за две бочки пива не хотят играть. Первый раз такое вижу. Раз, два, играй! Забыли! Один, блин! Ха-ха-ха!
Да, правая рука, где центр, правая рука. Литвина. Играй, 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 ребят, играй в футбол, играй. Вот, играй. Его кто? Вчера 0-2 проходили. Вот наш мяч. Быстрее, сучок, быстрее, побыстрее. Один. Быстрее, играй. Сюда. Быстрее. Дима. Раз-два. Можно, Вань, можно. Ищите, Миша. Пробуй. Здорово. Играй, играй, играй. Блядь, не так пас. Давай, давай, давай! Ай! Финиш, блядь, ты тоже хочешь стать, блядь, копом! Ай! Зацепи, зацепи! Дыши, 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 Кати, кати! А есть что? А Сухи, есть Софи? Помогай, тут, помогай, включай! Там не было салфеток? Ну, я могу. Марат, принеси Серега, Марат, принеси Серега! Голосом, скажите! Паша, ты на, Паша! Миш, получше чуть-чуть, Миш! Парень, парень! Чего? Ничего пока хорошего. Получилось или что? Я тебя повторю. Ярослав, я не буду весь звук вырезать. Давай после игры. Хорош, дел, молодец, тобой. Давай, давай. Мы можем просто камеру поставить на поле и записать везде. Хочешь, ты забиваешься, это начинал. Тебе еще разрешение идет от моего голоса? Кровь уже закончилась в моем организме. Да.
Вообще со всех сторон. Прямой, не прямой. Далее кто еще? Заливает. Далее кто? Далее, иди нападающий. Далее его. Я же не вру. Я же не вру. Дождь реально заливает. Ребят, как там лицевую проходит? Серега, можешь дать еще суку? Давай, 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 давай. Куда я влажный? Играй, готов. Или влажный у тебя? Вали, вали, вали. Вали! Хорошо! Рубаный гений, куда я делал? Хорошо, он у него. Играйте! Спина, 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 спина! Эй! Дай, дай! Игроков. Вот, пара на него один, убивай.
блядь. А ты там стоит! Блин! Не торопись! Какая стеночка была сочная! Него! Бросайся! Включайся! С первым выстрелом! Шире! Вань! Шире! Вань! Так самое смешное, что над этими шутками, это даже об этом себе не знаю. Если честно, когда узнал, что есть команда Adidas U23, удивился, что там не было. Ребят, Серег, Ничего, ничего!
Боже, можно! Давай! Хорош, Варя, хорош! Пойдем! Вот, Варя, обнимай! Вот, обнимай! Сзади! Ждите, Им
молодец, Сима. Yeah.
ты нужен в кронусе. Еле-еле время уделяю,
вас здорово! Не нужны протоколы. У меня осталось минуту две игры. Команда уже на поле. На турнире. А, у меня все. У меня все закончилось. Так, Серега, ставка Монаро у меня есть. Динамо, вон они, белые.